на любой вкус и под цвет перьев. Снегири, воробьи и другие зимующие птицы теперь могут сытно пообедать в самых разных и необычных столовых. От розовой, напоминающей волшебный домик, до кормушки в форме портфеля в натуральную величину. Ученики 17-й школы уже не первый год сами проектируют и мастерят новогодние подарки для братьев меньших. Мне кажется, то, что их не будут смущать такие яркие цвета, потому что они в этом нуждаются, и им без разницы, с какого цвета и как сделана кормушка. А ты знаешь, чем они питаются? Но они питаются в основном кормом специальным, также могут разными видами круп. Вот эту кормушку сделал ученик нашей школы, и, поверьте, птицы ему будут благодарны. По традиции кормушки заняли место в беседке центральной части зоопарка. Вместо красной ленты – корм для первых летающих гостей. Посетители тоже должны знать основное меню зимующих птиц. Это крупа, семена, орехи, ягоды и сало. Ну а школьников за лучшие работы наградили почетными грамотами. Очень приятно, что посредством творческой составляющей в детях воспитывается бережное отношение к природе и к экологии, к нашей. Да? И, соответственно, так как дети работают творчески вместе с родителями, мы оцениваем групповую работу, работу детей, и сама творческая составляющая позволяет в детях развивать и таланты, соответственно, и воспитывать бережное отношение к природе. И это очень приятно. Подобные акции – дело ежегодное, а вот иногда наступают исторические моменты. Впервые в зоопарке на свет появилось потомство дикобразов. С момента открытия и по сей день такого не происходило, и вот теперь сразу мальчик и девочка. Мама показала, несмотря на то, что она впервые стала мамой, она очень заботится о своих детишках, защищает всячески, учит всему, как кушать, как защищаться от врагов. Как вы уже видели, как себя вести. В общем-то, они уже полноценные, такие, могут жить самостоятельно. Детеныши дикобраза проведут зиму в тепле, а вот птицам обеспечен лишь теплый прием в виде новых кормушек. Константин Курбатов, Артем Руденко. Наши новости.